песни, головы людей. Спасибо.
Останкинского пруда. Подошли к Останкинской башне. Народу здесь ого-го. Идем дальше. Башня красиво освещена. Очень красиво. Камера это не передает. Это надо видеть. Мы туда зашли, к Останкинскому пруду, еле вышли. Мы решили, что лучше уже тут постоять, чем там находиться. Вот квадрокоптер снимает, летает. Лазеры. Народу, народу много. Весится. Хотелось, конечно, мне посмотреть там, что на пруду. Но в такой толпе опасно находиться, да? Башня. Останкинская. Сюда заранее приезжать. И снимать. Вот отсюда видно. Немножко. Какая красивая. Конечно, многое не продумано с организаторской точки зрения. Надо сюда запускать за решетку определенное количество человек. Потому что кто туда зашел, вот они все, все равно там ничего не видно. Там до воды, до пруда еще очень много, большое расстояние. А вот можно на табло смотреть. Ну, экран. Посмотреть, что там происходит. Вот. Еще не ночевала. Смотрите, сколько народу. Все пришли. Красиво. Вот толпа. И мы были вон там за решеткой. Как мы вовремя вышли оттуда. Потом, когда кончится это все через 40 минут, оттуда будет не выйти. Вот этот мужчина, который на велосипеде был. Там народу не пройдет. Иди, там у народа, смотри, стоит даже. Ну, это храм Живоначальной Троицы Востанкина. Красиво, с подсветкой. А около него куча народу. Мы уходим, а люди все еще идут. Вот. Идут. Навстречу. А мы уходим. Такая толпа страшная. А плохо видно. Поэтому, короче, я сегодня день безумия. Мусорки переполнены. Транспорт стоит. Монорельс не запускает пассажиров на вход. Дети бегают.
народу куча, все бегают куда-то, несутся, мотоциклисты едут. Вот. Мы идем, идем, все закрыто. А еще нам идти очень далеко. Я даже немножко пожалела, что и зачем приехала. Ни скорой не проехать. Никому и ничему. Продолжаем двигаться дальше.